Глава Чувашии побывал в прошедшие выходные в Шумерле. Михаил Игнатьев интересовал развитие в городе малого и среднего бизнеса. Подробности в следующем сюжете. Достойная замена импортной продукции. В прошлом шумерлинская швейная фабрика «Борис» ютилась на арендуемых площадях, а совсем недавно переехала в помещение бывшей кожгалантерейной фабрики. К новоселью приурочили и модернизацию. Установили высокопроизводительные раскроенные комплексы и швейные машины. Готовая продукция фабрики на складе не залеживается. Она реализуется на всей территории России. Много сделано практически модернизации, подготовки данного производства. Это десятки миллионов рублей вложено в этот кризисный период, конечно, это очень значимо. То есть предприниматель пошел на рискованные, ответственные шаги. Это во-первых. Во-вторых, то, что сегодня уже почти 70 человек работает, это тоже значимо для нас, для органов власти, для этих работников, потому что для них появились новые рабочие места. Михаил Игнатьев осмотрел швейный цех и ознакомился с продукцией. Курс, взятый на импортозамещение, открывает перед фабрикой новые перспективы. Государство намерено оказывать всестороннюю поддержку предприятиям различных направлений, чтобы у россиян была возможность приобретать качественную отечественную продукцию. Создавая вот такую конкурентную среду, мы должны для потребительского рынка совместно с предпринимателями, совместно с бизнесменами выдавать новые товары, которые удовлетворяют прежде всего покупателям. Уважительное отношение к покупателю – это одна сторона медали. Не менее важно обеспечить комфорт и самим работникам. Моя основная задача – сделать культурное, интересное производство. Монотонность работы швеи, она ужасна, да, сама по себе. Мы сейчас можем посмотреть, да, и буквально через год мы увидим комнату отдыха, да, реальную столовую, да, замечательную. Детскую площадку обязательно будет. Все сделано для того, гостиница будет для приезжих. Юлия Важенина, Нина Куропаткина, Игорь Зверев, Республика.